предприниматели, ни за что на свете. Не ходите в бизнес-бизнес гулять. В бизнесе акулы, в бизнесе бандитилы, в бизнесе большие злые гамадрилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите в малый бизнес арбайтать. В бизнесе разбойники, в бизнесе злодеи, в бизнесе бандит, Бармалей. Он бегает по бирже, банкротит как детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И дедушка, и бабушка на васапчике сидят. Папочка и мамочка детям говорят: бизнес так ужасен, да-да-да. Бизнес так опасен, да-да-да. Не ходите в малый бизнес никогда. Не ходите в малый бизнес никогда. Ну, папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в бизнес стремиком. В капитал, в капитализм, вдоль по бизнесе гуляют и доллары срывают. Ну и бабки подняли, вот так бизнес. Оседлали нищебродов, прокатились и немного. Малый бизнес, вот так бизнес. С олигархом на ходу поиграли в чехарду. Ну и малый бизнес, вот так малый бизнес. Ну и малый бизнес. Выходила к ним налогогорилла, налогогорилла горилла, говорила им налогогорилла, приговаривала: вон акула акцизула, злую пасть как распахнула. Вы какули акцизули, не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула акцизула нипочем, нипочем. Макулу акцизулу кирпичом, кирпичом. Макулу акцизулу кулаком, кулаком. Мы акулу акцизулу каблуком, каблуком. Но не испугалась акцизула, а лишь только ухмыльнула. Увернулась акцизула. Законовертием, а лишь только ухмыльнула. Увернулась акцизула законовертием. Ну вот по болотам огромный идет и ревет мегабегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотовый фонду щекочут. Ну и брюхо, а в нем фонды, замечательно! Не стерпел такой обиды банкир-бегемот. Прикрылся инфляцией и орёт. Олигарха и налогогориллу громким голосом зовёт. Олигарх, олигарх, олигархище! Выходи, олигарх, олигархище! Этих малых бизнесменов, олигархище! Не жалей, олигарх, не жалей! Таня и Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мир Милада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких бизнесят детей. Он страшными зубами стучит, он страшный костер разжигает, он страшное слово кричит: карабас, карабас. Победаю сейчас. Но в бизнес плачут и рыдают, Бармалея умоляют: милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Мы от
от мамы убегать никогда не будем. И по Африке гулять навсегда забудем. Милый-милый людоед, смилуйся над нами. Мы дадим тебе конфет, чай с сухарями. Но ответил людоед: нет. И сказала Таня Ване: посмотри в аэроплане. Кто-то по небу летит. Это доктор, ай, болит. Добрый доктор, ай, болит. Таня Ваня подбегает, Таня Ваня обнимает. И злодею Варварею, улыбаясь, говорит: ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей. Но злодей Айболита хватает и на костер Айболита бросает. И горит, и кричит Айболит: Айболит, Айболит, Айболит! А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят и плачут, и плачут, и плачут, и плачут, и плачут. Ну вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор, ай, болит, крокодил говорит: ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жил и Бармалей. Не хватал бы, не глотал бы этих маленьких безнесят детей. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил. И злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, 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 рада детвора заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей. Буду добрей, полюблю я бизнес детей. Не купите меня, пощадите меня. Оу, я буду, я буду, я буду добрей. Я буду добрей, пожалейте меня. Пожалели дети Бармалея. Крокодилу дети говорят: если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собой Бармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головою кивает, широкую пасть разевает, и оттуда, улыбаясь, влетает Бармалей. А лицо у Бармалея и добрее, и милее. Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей. Буду, буду я добрей, да, добрей. Напеку я для детей, для детей, для бизнес-детей. Пирогов и кренделей, кренделей. По базарам буду, буду я гулять. Буду даром, буду даром пироги раздавать, кренделями, калачами ребятишек угощать. А для Ванечки, а для Танечки будут, будут у меня мятный премия прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный, ни копейки не платите.
потому что Бармалей любит маленьких бизнес-детей. Любит, 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 любит бизнес-детей. Любит. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец!